привет! Привет! Добро пожаловать в «Алог на пару». Я уже прибежала. Я убегаю? Да, занималась. Мама убегает. И встретимся мы еще не скоро. Вот, но потому что... в одном определенном месте. Да. Но это не факт. Еще что я туда поеду. Не факт. Вот, а что я побежу? А потом ты придумала тоже очень хорошую вещь. Вот, так что увидимся. Я уже все дела сделала. Видите, где я иду? Я иду по Малой Никитской. И вот эта церковь, которую я вам показываю, это церковь, в которой венчались Пушкин с Натальей Гончаровой. Солнышко, блаженство. Не хочется, конечно, даже в помещение заходить, но все-таки придется. Но у меня еще... по-моему, 1:20, что ли. Сейчас посмотрю. Да, у меня еще 1:20 до начала мероприятия. Я, конечно же, его проведу. Их 1:20 проведу. Ой, небо, посмотрите. Правда, где-то тучки. Аня пришла домой. Говорит, дождик накрапывал, хотя его не обещали. Но это, я думаю, уже отголоски. Сейчас разговаривала одной женщиной, она говорит, ну что, у нас уже скоро купальный сезон откроется, обещали, что в середине недели вода прогреется до 19 градусов, уже можно купаться. Я говорю, ну да, прямо курорт. Я не знаю, кто в 19 градусов полезет в воду. Ой, в общем, блаженство. Солнышко, это жизнь, это такое счастье. Я готова на любой холод, на любой мороз. Лишь бы солнце сияло. Ой, как хорошо-то, Господи. Зелень в этом году просто бешеная. И везде стройка, везде стройка, везде стройка. Центр благоустраивают, торопятся, торопятся к следующему году, к 2018 году, к году чемпионата по футболу, который будет проходить у нас в Москве. Торопятся сделать центр самым красивым местом на Земле. Мне улыбаются, потому что мы должны быть самыми красивыми, чтобы все иностранцы понимали, в какую страну они приехали. Аня, конечно, будет ругаться, что я на ходу снимаю, потому что трясет. Но потерпите чуть-чуть. По-моему, от одного моего вида, вот этого блаженного на солнышке, уже вы мне можете все простить. Вот верите? Это тихий центр. На самом деле одна машина проехала. Но в принципе... А, вон еще парочка едет. Но в принципе тихо, никого нет. Видите как? Я выхожу на Патриаршие пруды. Перехожу быстро к переходу нерегулируемому. И вот они, эти знаменитые Патриаршие пруды, где, собственно говоря, имеет счастье начинаться роман «Мастер и Маргарита». Вот на той стороне как раз есть скамеечка. Ой, лебеди, 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 лебеди. Я к ним подходить не буду, я только так приближу. Вот. Очень прекрасное место. Тихая, красивая, зеленая. Охраняемая. Тут вот такие интересные культуры городские. Все узнают. Говорят, что вечерами здесь очень шумно стало теперь. Кроме скульптур из басен Крылова. Это
Вот здесь еще и памятник нашему великому баснописцу. Зеленые леса. Вот и лебеди. Уже ближе, 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 ближе. Идите к нам сюда. Всего два лебедя. Раньше их было больше. Ну что, же дождь пошел. Путешествие по Москве продолжается. Ой. Когда же у нас становится погода нормальная? Ну вот, запустил. Припустил. Ой, Сьюри пошел. Все, побежала я. Я только что вышла от своего хирурга-стоматолога. Выхожу, а на улице просто ливень. А вас, наверное, не видно на камере, что у нас здесь ливень. Вот солнце светит и ливень страшный. Но я думаю, что сейчас он уже пройдет. Я зонтик не взяла. Я думаю, надеюсь, что он уже сейчас закончится. Я ни зонтик, ни очки не взяла. В общем, я молодец. И я надеюсь, что он сейчас закончится. И я уже пойду. Потому что сейчас я не могу никуда пойти. Вот. А я должна зайти на почту и уже к маме идти. Ну это просто нечто. Солнце светит ярко-ярко. И просто непрекращающийся ливень. Идет строительство прямо перед подъездом к Сан-Жео. И смотрите, солнце везде выходит, небо голубое, а то все льет и льет. Вот, смотрите на улице. Вот металлическая посуда, про которую мы спрашивали, есть ли она. Так, есть, даже есть вот такая большая кастрюля на 19 литров. Это кастрюля для варки спаржи и еще каких-то длинных таких вещей. Ну, еще лещок можно использовать. Вот такой набор замечательных контейнеров. Вот такой размер продается только в этом наборе. Эта крышечка подходит к маленькому турбозамечателю. Убрали? Ну, верно. Вот это торкнется. В этой носке торта она трансформируется в более высокую. Ну, в общем, здесь надо как-то снять, она становится выше. Что еще показать? Показать, что еще? Вот очень удобный дуршлаг. Если вы сюда положить даже малину и перевернуть эту ситечко, то можно устроить такой просто душ для малины. Даже малину можно мыть, а ягода не будет повреждена. Ну и мои любимые Ультра Про. Еще не все я собрала. Но обязательно соберу вот это вот хорошо формированное. И вот из этих сырниц. У меня есть уже масленка, большая сырница и вот такая сырница. И снова здравствуйте! Привет! Мы наконец-то снова вместе! Кто-то хочет присоединиться к нашему влогу. Покажи 3D-модель, голографический. А вид вон он. Памятник. Где не видно? Вот он, вот он. А поближе его приблизь. Да ладно. Это закрыли у нас на реставрацию памятник Пушкина. Приезжали разные научные сотрудники из музеев. В белых халатах по лесенке забирались. И там голуби сидят, а они там какие-то пробы с Пушкина снимают. Да? Нифига себе, я не видела. Но сейчас мы направляемся в H&M. В H&M. Мы только что с... Я уже сняла, ты порываю. Вот, но мы там встретили
очень много наших подписчиков, друзей. И... которые по нашей наводке пришли в Топ-РВ. Да, и ну, вообще было очень мы круто. Мы туда приходим как в свой клуб. Я сегодня пришла, вообще сидят одни наши зрители в лоб на пару. Да, очень прикольно. Вот, ну а теперь мы идем в H&M, потому что там, может и нет, а может и есть. Должно быть. Да? Ну покажем, 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 покажем. Мы пришли в H&M Home. Где там Ольга Руслановна? Ой, какие мы засыщенные. Да. Вот. И теперь мы находимся в поисках одной вещи. Я думаю, что она там. Да, пойдем туда. Да. Одной. Ну, на самом деле, трех вещей, но они одной тематики. А вот. Так что где же, где же, где же? Может, конечно, нет, на сайте я видела. Есть! Ура, 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 ура! Клевые такие кошки. Очень крутые. Золотое блюдо. На столик журнальный классно. А у нас мама вся в розовом, конечно же. Где же ее еще искать, как не в розовом? Что у нас еще здесь? Все время меняют экспозицию туда-сюда, туда-сюда. Так это уже новое что-то пришло. Ну да, наверное, что-то более осеннее. В общем, мы все выполнили, что надо было. Дома вам покажем, что мы купили. А здесь идут распродажи. Сейл, сейл, сейл. Не только одежды, но и куча всего для дома. Вот вся летняя коллекция, все распродается. Очень круто. Очень много, кстати говоря, вот есть такие похожие на более зимние наволочки декоративные. И очень много. И вот такие наволочки вообще по 150 рублей. А вот. Так что есть зачем сюда приехать. По 150 рублей тоже вот эти вот все. Ольгу Руславовну потеряли. Но мы идем домой, потому что мы безумно хотим есть. Я не знаю, новый или снова начали «Принцессу цирка» мюзикл в Пушкинском киноконцерте. Кто он теперь? Театр России, киноконцерты. Кинотеатр России. Кинотеатр России, в общем. Раньше он был кинотеатр Пушкинским, в общем, теперь это мюзик-холл. Я вспомнила. Мюзик-холл, да. Вот. Очень есть хочется. Я уже только что это сказала, еще раз скажу. Очень есть хочется. Смотрите, какой у нас такой широкий тротуар. Да! Вообще! Круто! Где они место взяли? И вот эти страдания, которые сейчас происходят на Тверской, ну вот в сторону Маяковки, там все перекопано, это все вот тоже ради больших улиц. У нас вот здесь это творилось. Да. А в течение еще до этого 6 лет строили вот это здание. Да, вот это вот. Где сейчас... Мы постоянно на строительной площадке находимся. Да. А у нас открыли КФС. Сейчас я вам покажу, что мы купили в H&M. Недавно я, кстати, рассказывала о том, как что... Как раз был прототип рядом с тобой. Я уже сняла ее, да, она уже понюхала. Я недавно рассказывала вам, что мне не хватает большой кружки. Для капучино и для... Заметьте, бульонов. Для капучино и бульонов. Она у меня такая. Вот. И в H&M, в принципе, они были, но была с коровой и просто была белая с надписью. Как-то не зацепила ни меня, ни маму. Мама меня вообще все время отговаривает, потому что у меня куча кружек, у меня кружечные заболевания. Ну, коровья у нас уже была. Да, коровка уже была. В общем, вот такая красота! Вот, эта кружка в честь Маньки. Да, Манёнчик? Да, мой Манёнчик. Это кружка в честь Маньки. Маня, да. Ну ты такая же у нас красавица. Нет, это они такие же красавцы, как ты. Угу. И вот такую, ну, это тарелочка-блюдце. Я не знаю, у меня на самом деле язык не поворачивается это блюдцем назвать, потому что очень большая она. Вот, каждая эта вещь стоит
599 рублей. И мы еще с купончиками со скидкой 10% взяли. Получилось, по-моему, 1018 рублей. Вот, почти 200 рублей скидки получилось. Вот, теперь я буду делать капучино. И бульончики пить, и супчики, пюре тоже отсюда пить. В общем, вот такая замечательная кружечка. Вот с этой красотулькой. Мы обе укутанные, потому что сзади у нас открыто окно. Не, Миха, так идут, идут. Ой, мне идут. Тоже идут. Мне вообще. Животные все время лежат под этими пледами. Да. Мы все время укутанные, господи. Аня говорит, мама, сколько можно нос вот так вот чесать, ковырять? Ковырять на камеру. Это ужас. Мы как садимся, а потому что мы перед этим красимся, а с кисточек и со всех карандашей... На кисточке оседают, шерсть животных. Да, оседает шерсть. И когда красимся, это все остается. Это к вопросу. Почему вы пускаете кошку на стол? У нас везде их шерсть. Вот мы ее не пускаем на косметический стол. Mm-mm. И собаку не пускаем. Mm-mm. Но шерсть все равно там. Везде. Это невозможно. Не только там, везде. Она везде, да. У меня на подушках. Везде. Когда я сплю, везде. Вопрос серьезный от Надежды Ивановой. Есть ли у вас такая болезнь? Покупаете что-то, а вам дают брошюрку или бумажку, дающую скидку на какую-то продукцию. Обычно это предложение ограничено во времени. И вот просто тянет опять в этот магазин, чтобы отоварить эту бумажку. А значит, в очередной раз получить следующую бумажку на скидку. Как боретесь с этим замкнутым кругом? Я хочу вам сказать, что у нас есть две черты потрясающие, прекрасные. У нас память девичья. И млахушки. И нам повезло. Мы всегда забываем. Если бы вы только знали, что вот все те вещи, которые мы купили, вот эти летние комбинезончики в H&M'е. Да. У нас же были зеленые. Не только летние комбинезончики, а вот последняя покупка, этот, как его зовут, спортивный бюстгальтер. Да. Тебе вот тоже что-то мы купили. Ну вот это сарафанчик. Вот это все, при том, что у нас есть купоны на 15% скидку, но они лежали в другом кошельке. Нам пришлось покупать без скидки. Мы только сегодня вот чашку с блюдцем со скидкой купили. Потому что мы лохушки. Так что нам это заболевание нам это не грозит. Потому что каждый раз мы это все складываем в хорошее место. Вот я хочу сказать, что Аня каждый раз... Ну, с кошельком хожу я, потому что у Ани только... Не, я тоже с кошельком нет, хожу, но ну, у меня другой кошелек. У тебя визит, как это, для карточек? У меня карты кошелечек. И просто и отдельно деньги. Для мелочи да. У нее. А у меня большое отделения. Портмоне. Да. Ну, у меня всегда большие кошельки. Но так как я сейчас хожу с маленькой сумочкой чаще всего, кошелек туда не влезает. Но если влезает, то значит что-то другое не помещается. А я теперь взялась вот эту вот палку селфи носить. Палку носить. Конечно, она много места занимает. Она толстенькая такая. В общем, короче говоря, я кошелек вынула, ношу с собой только, как ее зовут, кредитную карточку. А в последний раз? Даже в последний раз, когда мы ехали в троллейбусе, у нас даже копейки денег не было, чтобы ей положить. Да я это уже рассказывала. Вот, представляете, да. Так что... Нет, почему, копейка у нас была? У нас было 50 рублей наличных, надо было 55. В общем, последний раз мы были в Bath & Body Works. До этого, я говорю, круто, до этого нам дали буклетик, я говорю, круто, приедем, все по буклетику купим. Мы уже все купили, возвращаемся, и дома я нашла этот буклетик. И по нему можно было подарок получить. В общем, это не про нас. Да. Напишите, как у вас обстоят дела вот с этим вопросом. Я когда смотрю вот эти американские фильмы... Как они все эти купоны собирают. Где эти женщины серьезно так относятся к индустрии купонов. У них-то... А у нас, помнишь, было одно время тоже купонная газета какая-то или журнал нам приносили? Да. Слушайте, нет, я на такие вещи не способна. Вот я даже не могу сравнить цены в разных магазинах, потому что у меня мозги не держат эти цены. А уж эти купоны, и каждый раз вот это все, они же как-то там суммируют, да, что-то какие-то фортили выкидывают, что-то там.
комбинируют. Ну, в общем, нет, я не могу. На нас действуют только иногда действуют такие акции, вот как в Елисеевском, собери наклейки и получи скидку. Все кассирши дают просто так эти наклейки. Да, так бы мы их не собрали, а так нам просто дают ленту вот этих наклеек. И сразу наклеивают все. И не только там, в других местах тоже нам дают просто ленту, мы наклеиваем. Иногда приходим, иногда не приходим. Вот слушайте, мы как раз в Елисеевском же получили вот эти побрякушки-то надо получить. Да, мы даже до них не можем дойти. Да. Там надо серебряные какие-то побрякушки получить. Мы даже до них не можем дойти. В общем, кино. Ну и... А, у нас все еще проходит конкурс. Заходите в нашу группу. Там все объяснено, какие условия. Конкурс «Летнее безумие». Любой человек, даже новичок, который сейчас подпишется, может принять участие в этом конкурсе до конца июля. Да. Если зайдет нам в группу, если лайкнет и твитнет, или как это называется, поделится. Репостнет. Видео, которое прям так и написано. Конкурсное видео «Летнее безумие». Оно там закреплено. Несколько будет видео, в нескольких, получается, конкурсах можете принять участие. Первый тур в июне прошел, сейчас второй в июле и третий в августе будет. Мы получили, наконец, оба адреса наших победительниц за июнь месяц. И будем отправлять. Я думаю, что на этой неделе мы вам как раз и вышлем ваши подарки. Может быть, да. А наши благодарности... Надо быть оптимистичнее. Да, наши благодарности. Я сегодня очень благодарна за насыщенный день. Мне мама сказала, что я очень много всего сделала, но молодец. Я это не ощущаю. Она молодец. Она спала 3 часа бедно, чтобы... А потом я просто запрыгнула на 2. Вот, потом, когда мы уже пришли в 9 часов вечера, я задрыхла. Или в 10, во сколько мы пришли. Вот, и... Вроде как я много всего сделала, но я этого не ощущаю. А я сегодня очень благодарна за такую замечательную встречу с нашими подписчиками, которые в Tupperware ходят. Там приходишь прям как себе домой. Вы такие замечательные, такие чудесные. Да. Спасибо за то, что вот такое настроение поднимаете. Ну и напишите, пожалуйста, как у вас там обстоят дела. И Киру мы поздравляем с замечательным дебютом. Выступлением. С дебютом. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Пишите по поводу этих акций невероятных. Акция, и проходит, кстати, и проходят ли у вас вообще акции какие-то такие в городе? Обнимаем вас крепко. Желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока.